это абсолютно не соответствует действительности, потому что мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем, оно все прозрачное. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим. Ну, кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, там, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы.